Сначала дала разрешение, а потом от своих слов отказалась. Жительница Ивановского района предоставила возможность индивидуальному предпринимателю проложить на ее земельном участке газопровод. Однако выполнить работу бизнесмен сумел только в присутствии приставов. Предприниматель заключил с хозяйкой участка договор, заплатил деньги, после чего женщина огородила территорию забором и отказалась пускать туда рабочих. Арбитражный суд встал на сторону предпринимателя и постановил, что гражданка должна предоставить взыскателю право ограниченного пользования участком общей площадью более 1000 квадратных метров с целью прокладки, эксплуатации и обслуживания наземного газопровода. В Ленинском районном отделе судебных приставов в июле 2014 года было возбуждено исполнительное производство в отношении вышеуказанной гражданки. Но даже вот после возбуждения исполнительного производства должник неоднократно пыталась обжаловать предыдущее решение суда и действия судебного пристава исполнителя. В конечном итоге, когда накануне перед нашими исполнительными действиями, как нам пояснил опять же взыскатель, рабочие, они не смогли попасть на эту территорию и вынуждены были на лесах какое-то время простоять, а сейчас зима, то есть, в принципе, для людей, для здоровья это достаточно опасно, то мы приняли решение, что судебный пристав-исполнитель выезжает, и исполнительные действия проводятся прямо вот в присутствии судебного пристава-исполнителя. И мы действительно выехали, были не один час,